Меня зовут Чулшанбе Алулатов. Мне 22 лет. Я из Душанбе. Город Душанбе. Да, я пою. Я занимаюсь музыкой с детства. Потому что я родился в музыкальной семье. Отец у меня певец. И поэтому я тоже выбрал этот путь. И вот до сих пор занимаюсь музыкой. Я хотел сделали фьюжн. Там вначале будет такой, на таджикском это называется фалак, то есть народный такой стиль. Потом уже начинается как бы чуть-чуть там хип-хоп, то есть потом уже рок. Ну, я надеюсь, будет интересно. Вот такого, пока такого не сделали, что там совмешали рэп с, не знаю, фалаком, ну, то есть с народными песнями. Ну, вот я именно такое хочу сделать, чтобы доказать, что это возможно, все возможно. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы нам собираетесь показать? Я собираюсь петь вам песни легендарного певца Далера Назарова «Turkish Eruzi». Вау! Ну что, вы готовы? Конечно. Спасибо большое, спасибо. Вы понимаете, что вы в полуфинале? Что вы получили золотую кнопку? Спасибо, спасибо большое. Чудо, а не человек. Вот чудо. Спасибо большое. Вот за всю программу я наконец-то услышала взрыв, то, чего я ждала за всю эту программу, талант настоящий. И вот этот вот душевный ураган, да? Спасибо, Чулшанбе. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. Akramjan nesetari, oh.
زنی قربان اکرم جان چشم تو چشمان یاری جان لالی بدخشان اکرم جان در تای بین های میشوی سرخ و سفید ما را کردی نامی نازنی قربان اکرم جا چشم تو چشمان یار جان لالی بدخشان نره Судьи, наверняка есть что сказать. Я видел предыдущее твое выступление. Также все было шикарно, отлично. И спасибо. Нынешнее мы с предвкушением я вот ждал, что же будет, какие же песни. И также удивил. Отлично. Поздравляю. Спасибо. Супер. А я была более чем уверена, что Чоршанбе заставит всех нас улететь в космос, потому что у него, я не знаю, это просто талант от Бога. Спасибо огромное. Ты взорвал мой мозг. Спасибо. Красавец. Спасибо большое. Давай, спасибо тебе большое, надеемся и верим. Спасибо. Я давно уже слежу, смотрю этот проект. Я очень хотел, очень мечтал участвовать в нем. Узнать мнение жюри, что думает обо мне. Должен ли я петь дальше? Этот проект не похож на других, как бы. Это очень масштабный проект. Я очень хочу подниматься, работать, чтобы все знали, о чем я пою, что я пою, что я могу дать им. От этого проекта зависит. Если все, то так тоже можно сказать. Те, кто поет, те, кто занимаются музыкой, они все хотят, чтобы пришло время, чтобы они тоже стали там знаменитыми. И я тоже хочу очень этого. Да, очень волнуюсь, но думаю, это не так уж важно. Важно то, что как ты выходишь, как ты выступаешь. Мне было очень сложно выбрать песню. И потом уже как-то решил, что можно делать что-то новое. Я не только могу там свои народные песни петь, могу в этом стиле тоже могу петь. Все мечтали как бы попасть сюда в гранд-финале, а я вот сегодня здесь, сегодня буду выступать. И это уже победа. Кидовил Марелю.
sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Чоршанбе Аламатов, Таджикистан. Когда я услышал первые аккорды и слова песни, я даже подумал, что, по-моему, ошибся с объявлением. Чоршанбе, сегодня ты открылся для зрителей и для всех нас с новой стороны. Ситора, что вы думаете об экспериментах Чоршанбе в музыке? Я была сначала удивлена, думаю, боже, это же не почерк Чоршанбе. Я слушаю все его песни, я смотрю все его клипы. И когда он начал на таджикском, ну его мелизматика, на каком языке он не пел, у него таджикская красивая мелизматика. Шикарный номер. Спасибо большое. Нурлан. Я словно орел парил над Памирскими горами. Спасибо большое. Спасибо большое. Алаудин. Вернее, мы очень счастливы, что подарили Чоршанбе золотую кнопку, и он оправдал наше доверие. Я ему скажу, твори во имя света и любви. Спасибо огромное. Спасибо. Гульнор. Очень яркое выступление. Вот, Чоршанбе, вы своим голосом переносите людей в другой мир. И это прекрасно. Спасибо вам. Чоршанбе, пару слов вашим болельщикам. Спасибо большое, огромное. Я очень рад сегодня выступаю в гран-финале. Дустон Азиз, Дустон Барудоро, Барой Ману Усты, Токи Манголиби, Амин Узмушам, Ташакур, Рахме. Это гран-финал шоу «Центральная Азия ищет таланты», и мы в прямом эфире 4 стран Центральной Азии. Это значит, что вы можете проголосовать за Чоршанбе прямо сейчас. Отправляйте 02 на 5021. Спасибо, Чоршанбе. Удачи. Спасибо. Обладатель
любви миллионов и 10 миллионов тенге. Кто это? За кого в процентном отношении больше всего проголосовали жители всех четырех стран? Это Чоршанбе Алаватов, Таджикистан! Дайте мне победителя, я должен услышать его голос. Чоршанбе? Ой, здравствуйте, дорогие друзья. Я не знаю, что сказать, но я хочу сказать первым спасибо тем, кто болели за меня, отправили смс, голосовали. Спасибо моим родным, моей маме, моим родным, что они всем здесь. Благодарю вам, я очень люблю вас. Я вас всех люблю, кто за меня голосовал. Таджикистан, Бапеш, Азор. Аплодисменты. Чоршанбе, становитесь рядом. Ура! Участники шоу Central Asia's Got Talent доказали, что в Центральной Азии есть таланты. Мы благодарим всех за то, что вы были с нами, дорогие друзья. Бурные аплодисменты. Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан и Республика Таджикистан.